Всем здравствуйте! С вами «Главные новости». В этом выпуске мы расскажем о российском фотографе. Не так давно с известным российским фотографом Дмитрием Исхаковым произошел неприятный инцидент в аэропорту во время прохождения обязательного паспортного контроля. Об этом он известил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram. Оказалось, что супруг популярной исполнительницы Полины Гагариной нечаянно выронил бумажку из рук. Мужчина попытался сразу за ней нагнуться, чтобы поднять, но в этот момент получил удар от жестких автоматических ворот. Дмитрий признался, что от неожиданности и резкой боли он на несколько секунд выпал из реальности. Ввиду произошедшего в аэропорту начался небольшой переполох. Один из пограничников начал на повышенных тонах выяснять, что произошло. В результате фотограф отделался испугом и шишкой. Он также отметил тот факт, что все обошлось без серьезных последствий. Пользователи в сети сразу отреагировали на этот пост. Аэропорт – это дикий ужас. Все время там что-то происходит. Так написали в комментариях поклонники. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.